ваше впечатление какое? Да, мне Роман уже сказал урод. Удивительно, как сочетаются вот то, что есть в нашей народной культуре, кукольный театр, скоморошеское начало с христианским началом. Здесь удивительное ощущение финала, я даже не ждал, что я буду плакать. То есть какой-то момент очищения, проживания, несмотря на форму, понимаешь ее условность, но принимаешь с самого начала. Удивительно изобретательная вообще сама постановка, при том, что не знаю, что в основе это не канонический текст жития, это скорее какие-то легенды, там, рассказы о чем, то, что вот мы читаем. Ну, я не знаю, костюмы фантастические, да, это фетр или что, вот это вот все, из чего это сделано. Перевоплощение героев, во-первых, любимые артисты, которых совершенно неожиданно вдруг увидено. Ну, вообще, идти надо всем, обязательно ходить. И странно, что там возраст такой указан. Я бы ходила и с меньшими, чтобы они прикоснулись и пережили вот этот момент сопричастности и игры одновременно. То есть вот это потрясает. То есть в это вот короткое время пережить столько всего не всегда и в длинном спектакле, и в большом зале удается. То есть это, пожалуй, главное. Спасибо огромное.